Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Екатерина Оливешечная. А, чё? Это я. И сегодня мы находимся в том месте, где постоянно болит голова. В том месте, где постоянно пахнет крабовым салатом, оливьешечкой и жареной картошкой. Там, где постоянно что-то вот вообще непонятно плохое какое-то самочувствие. Короче, мы в 2020 году. Привет. С 1 января всех дети, жены, молодожены, всем привет. И вот мы очнулись сегодня здесь на земле. Вставай, Екатиф, нафиг. Вставай, что развалилась. Вот. И вы даже не спрашивайте, почему у нас до сих пор вот эти старперческие скины. Это не из-за того, что мы продолжаем предыдущую серию, а из-за того, что 1 января. У нас цель в этой серии найти противоядие и вернуться снова в свое обличие. Просто, Кать, давай возьмем и полетели. Да? Давай, у тебя бензинчик есть? У меня бензинчик есть, я тебе тоже бензинчик вначале дал, поэтому давай, заправляй шарманку эту свою. Вот, это, не, вот спереди, вот видишь, вот эта фигня. Вот сюда надо заливать, заливай. Да не ломай, а заливай. О-о-о, все, поняла, как работает шайтан-машина. Вот, это очередной челлендж в Майнкрафте, где сегодня мы должны, получается, помолодеть, да? Все верно, дед. Все верно, мать, ну то берем, молодеем, то как бы вот эта борода уже до спины отросла, и надо искать противоядие, садись в этот. А я хочу волосы свои вернуть длинные, а не эти седые. Давай, все, Кур, знаешь, куда лететь? Я за тобой полечу, ты все знаешь. На северо-запад, Екатерина, вперед! Дед, давай помедленнее, пожалуйста, голова кружится. Да чё-то она кружится, Кать, мы с тобой не пьющие люди, мы с тобой вчера максимум, ну, по 2 литра чая выпили, а чё-то кружится, а? Да голова-то сверху донизу, оливье забито, не соображаю ничего. Ну, кстати, возможно, Екатиф нафиг, а мы, кстати, прилетели туда, что мы пытались с тобой найти последние 10 минут. Куда? Домик ведьмы! Пошли туда. Не понимаю. Ну мы с тобой противоядие ищем, чтобы вернуться в свой прежний облик, обличие, чтобы мы с тобой опять помолодели, понимаешь? Ты думаешь, у ведьмы будет что-то, что нам поможет? Да, приземляйся. У твоей подружки Мари... А! Кать, сначала надо Ctrl нажать, полностью приземляешься, а потом вылазишь. Оп. Еще разочек. Давай еще раз попробуй. Полностью приземляешься, Ctrl, и вот сейчас вылезай. А я Shift прям в воздухе начинаю нажимать. Я ну, так ладно. И понял, это кости старые, рано или поздно все суставы сломаешь. Все, давай за мной. Тут Мариночка, вот твоя подружка может быть, а все мы знаем то, что Маринка очень сильно агрессивная у тебя. Кстати, в комментариях-то у меня спрашивали, а как я с Маринкой познакомилась? Ну, расскажешь? Так она одноклассница моя, вон, со школы, с моей первой. Ой, Марина, тихо! Марина! Да чё ж вы с Катей-то никогда не дружите, не могу понять! Она отравила меня, какашка! Ну так, ну давай, поквитайся с ней! Она тебе всегда завидовала на самом деле, всегда считала тебя самой красивой, а себя нет. Маринка, она мне не только отравление дала, она мне еще что-то дала. Она еще и не убивается. Поджопник тебе дала, походу! А чё ты ее так долго бьешь, я не могу понять. Не знаю, она вообще неубиваемая. Маринка бессмертная просто. А... Как? Подожди, мне самому стало интересно. Ты чё, курица, патлы свои раздвинула на мою девушку? Подожди, ее била. Ты, походу, какое-то зелье прям на Новый год шандарахнула бессмертие реально. На! Три раза ей по печени шандарахнул. На! Иди ты в задницу, Катя, она реально бессмертная! Так может ты спасешь меня для начала? Чики-бомбони, разберись! Еще один чики-бомбони, убей ее! Так, Кать, возвращайся, пожалуйста, к домику, ты где? Так ты, может быть, ты прилетишь за мной на вертолете? Первый раз такое вижу, честное слово. Слушай, а Маринка похорошела, да, после 31 вот этого января, декабря, похорошела-то как?
Давай, я тебя жду, прилетай за мной, я сейчас координаты скажу тебе. Давай, это я тебя жду, топай сюда пешком, я тебе сейчас координаты скажу возле домика ведьмы. Все, давай. Вот оно. Так, сюда и... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Что-то произошло? У меня такое ощущение, то, что ты немножко не то зелье выпила. Ты где? В смысле не то? Я... А ты... где? Я вот здесь. Где? Ты меня ударил только что. Нет! А где ты? Эй, не бей меня, старый дед. Так где ты? Я могу предположить то, что я так сильно ослеп, но я даже не знаю, где ты. Вот она, я в проход... Ты меня уронил в воду. Ты понимаешь, что ты выпила не то зелье, которое надо было выпить? Ты невидимая. Ты видишь это, свинину, видишь в моей руке? Свинину вижу, тебя не вижу. Все, я теперь свинина ходячая. Всё, давай, чтобы... ты свинья. Так, подожди, тогда... А что здесь за зелье есть? Здесь зелье на очень странное зелье. Давай попробуем, что оно делает. Ты в меня его еще... Одно сердечко, нет, оно явно не делает то, что нам нужно. И последнее зелье, которое называется «Ни в коем случае не пить». Ну, может быть, не стоит его пить? Оно прям зелененькое, лак 5, ну... Ладно, давай попробуем. Если не оно, то какое противоядие мы с тобой еще сможем найти, да? Давай, подходи сюда ближе, ты где? Я морковка теперь. А, я вижу, ты морковка, так, давай. Раз, два, и три. Удача. Ну, может, нам хотя бы повезет. Хм. Слушай, а у меня меч почти сломался, и у меня больше вообще никакого орудия нет. Можешь мне сделать? У меня есть 5 железа. Сейчас я тебе сделаю, пожертвую своим железом. Держи. Держи и выходи. Вау, круто. Кать! Что? Тут, походу, Маринка своих вот этих, вот этих чувырл притащила, там еще 3 ведьмы. Так, а они не сопрут наши вертолетики? Я не знаю. Слушай, а учитывая, что ты невидимая, может, ты пойдешь с ними разберешься, я не знаю, видят они тебя или нет. Давай проверим. Давай. Так, аккуратно. Так, кто-то меня видит? Ты меня видишь? Ну, я только меч летающий вижу, а так, в принципе, нет. Так, ну одну убила. Слушай, одну убила. Вот эти сразу видно то, что смертные. А что с той Маринкой происходит, которая там, я до сих пор не понимаю. Тогда, Кать, давай, твоя правая, моя левая. Сюда, подошла. Давай, подошло. Тут сразу две. На. Света, пыль выпала. Кать, она меня заразила. Ты видимая, ты стала видимой. Ты видимая. А, поэтому она меня увидела и заразила, да? Кать, ты больше не старпёрша! В смысле? Ну в смысле, всё, зелье подействовало! На меня тоже подействовало! Нет, на меня не подействовало. Нет, ты ещё старпёр, я умираю, что мне делать? У меня 2 сердечка, всё, прощай. Всё, скоро умру. Не, ничего я с этим сделать не смогу, прощай. А, нет, всё, а... Нет? Кать, это просто отравление, всё. Все? Выжила? Да, все. Вылезай. Фу, скорость. Какая-то скорость мне добавлена. Нифига, я быстро бегаю, смотри. Ну, конечно, кости-то уже нормальные, не старперские, как только что были. Вот это круто. Ой, все, конец, ну ладно. А с тобой-то что делать? Опачки. Че? Все, ты тоже молодой, как раньше, снова красивый. О, ну просто зелье подействовало, а не сразу. Зелье не сразу подействовало. Ну, слушай, так получается все? Мы вернулись всё? На... Подожди, и волосы есть, и волосы вернулись. Ну, волосы еще во вчерашней серии вернулись, которая 31 декабря вышла. Но в любом случае, Кать, мы с тобой снова молодые. У тебя бумбончики появились на прошлом скине, их не было. Ну ладно. Просто бумбончики. А, не обращаю внимания. Не смотри. Не смотрю. Все, я считаю, можно отправляться домой. Дело сделано. Поэтому садимся на наши тарантайки. И полетели. Да, только моя тарантайка немножко на дереве застряла, поэтому я выстроюсь сначала, и вот Кут, что ты сделаешь? Выстрою блоки и полечу. А, ну все, давай, веди, штурман. Ой, какой ты красивый, молодой снова стал. Аж общаться с тобой захотелось. Ну слушай, все с тобой понятно. Повелась на молодость, на соблазнительность, да? Ну а что ты хочешь, чтобы я со старым дедом, что ли, встречалась? Или что, конечно?
С красивчиком хочется встречаться. Ну ладно, что верно, то верно. Ладно, давай. Полетели домой, короче. О, деревня, смотри. Сейчас мы ее облутаем, а то у меня еды совсем мало. Подумаешь, всего лишь мяско разных видов. Яблоки, фрукты и овощи. Ага, это мало, да? Слушай, мне кажется, или с нами что-то не то произошло? Стой! Гипопотам переростыш. Что такое? Ты мелкий. А у тебя правая нога в два раза больше, чем ты. Слушай, а я быстро так бегаю. И мороженку что-то захотелось, знаешь, прям... Капец, как хочется. Подожди, у меня такое ощущение, то, что мы с тобой немножко не то зелье шандарахнули, и что-то в этом челлендже все пошло не по плану, и мы почему-то еще больше уменьшаться начали. Ты посмотри, как я прыгаю, как в детстве, прям высоко. Тебе, подожди ты на секунду, тебе не кажется, что мы не то зелье шандарахнули немного? Ну какое не то, мы помолодели, все правильно, все нормально. Мы слишком как-то много помолодели, я хотел просто вернуться в свое прежнее обличие, а мы с тобой детьми становимся. Да ну брось, никакие мы не дети. Песочница. Ага. Игрушки. Ага, то есть мы не дети, и при виде песочницы сразу... Опа! Пикачу! Пикачу! Давай играть! Кать, ну тебе не кажется, что что-то не то с нами происходит? Все нормально, тебе кажется. Ага, то есть то, что мы с тобой уменьшились в три раза, мне кажется, да? Выкинь бензин, сейчас выпьешь его ненароком. Не-не-не, давай яйцами поиграем. Давай яйца разбивать, короче, давай, обжителей, давай. Давай. Ой, я попала яйцом в жителя. Ну все, тикай, они сейчас тебя вот это к родителям поведут, нажалуют. На! Корова, тоже запущу яйцом. Но меня одно смущает, Кать. А? У тебя нога слишком странная, правая. А, что с ней? Может быть, я не до конца зелье допила? Кстати, может быть. Вся превратилась полностью в ребенка, кроме правой ноги. Ну ладно, ничего страшного, мне это не мешает жить и играть в песочнице. Кать! Подожди-ка, меня, кажется, Маринка отравила. Я вижу, она опять вернулась, воскресла из мертвых! Ага, она тебя убила. Маринка, за свою подружку я тебе патлы надеру, собака, ты такая... На! Катя, я отомстил за тебя, отомстил! Помогите, я тут совсем одна. А где ты? Я не знаю, тут очень большие деревья, большие свиньи. Большие свиньи? Да. Катя! Да хватит со мной в прятки играть, выходи давай! Я потерялась! Вы Катю не видели, чё взлет носатый? Помоги мне, вернись за мной! Кать, я... Кать, я бы тебе посоветовал как можно скорее возвращаться. Я тут трандулетки нашел в этом, в домике жителей. Ио, парасеты. Чё? Я тут нашла целое стадо маленьких свинюшек. Их тут штук 10. Я остаюсь тут. Главное, не режь их, а то ты умеешь это делать. Вот ты где. Ух ты, какие тарантайчики классные. А что с тобой? А с тобой? Ты, походу, перепил зелье. Я не допила, а ты перепил. Ты посмотри на себя, ты меньше меня в два раза с соской во рту. Это ты соска, а я не соска. Сейчас посмотрю. Ядрёный пердак. Маленький мальчик, тебя нужно спать увести. А я кататься буду. Меня не надо спать. Ты своей вот этой костылем своим правым не размахивай, а то так и челюсть сломать можешь своей ногой переростышем вот этом. Ой-ой-ой, посмотрите на него, ябеда-каябеда, соленый огурец, на пол валяешься, никто тебя не ест, бе-бе-бе-бе-бе. У тебя мозг атрофировался после того зелья, ты понимаешь? У нас челлендж был вернуться в наше прежнее обличие, а не стать детьми. И что нам теперь делать, прикажешь? Ну, в первую очередь, как бы мы сейчас покатаемся на вот этих драндулетках, а потом пойдем искать еще одно противоядие, чтобы перестать детьми быть. Да, давай будем пробовать все подряд, всякие разные зелья, в конце концов мы превратимся в медведя с коровьими ушами, да? Мне кажется, лучше в медведя с коровьими ушами, нежели соской во рту. Ой-ой-ой, посмотри на него. Я вообще хочу на свинье кататься. Ну все!
Ну все, ну все, пока все. Ты как маленький ребенок разговариваешь. Фу, да я скажу. Колодцы, ребята, мы сейчас отправимся искать. Фу, блин, что со мной? Я тебе говорю, мы что-то вообще не то зелья жахнули с тобой сегодня. Надо улетать скорее отсюда и идти искать реально новые противоядия. Чего? Так ты это, ребятам-то скажи, чтобы они посмотрели серию, где мы в старперов-то превратились, а то они могут не понять вообще, да, что произошло. Да, у нас вообще сегодня, у нас вообще сегодня другая идея была, другой челлендж, ну как бы 1 января, и мы остались также старперами, поэтому вот здесь подсказка есть, перейди на вот эту серию и посмотри, как мы сначала стали старперами, а потом как вот я со соской стал, и Катя соской стала, вот это, ну в смысле соской. Соска. Да, вы пока переходите, смотрите, а у меня утонул мой драндулет. Катя, соска! Бе-бе-бе! Сам ты соска! Подсоска! Подсоска! Фу, какой ты некультурный мальчик! Да все, уйди!